Заключенный Чмурило, к вам журналисты пришли. Будут вопросы задавать. Всегда так. Ему хоть кол на голове тиши. Ну что, будете продолжать или закрывать? Буду! Рюмин, дайте мне ваш диктофон. Скажите, Чмурило, вы помните ваших учителей? Имел твоих учителей! А маму? Вы помните вашу маму? Имел твою маму! Слушайте, вы, неужели вам не жаль детей, которых вы замучили? Имел твоих детей! Да что вы все заладили? Имел да имел! Вы можете говорить нормальным русским языком? Имел твой язык! Нет, я не могу больше с ним разговаривать. Это просто какое-то животное! Маньяк! Какое там животное? Животное в 100 раз умнее, чем он! Полудурок! Закрывайте! Подождите, дайте-ка я. Скажите, Чмурило, вы имели семью? Имела семью! А работу? Работу имели? Имела твою работу! Так, значит, и профессию вы тоже имели. Имела профессию! Хорошо. Имели вопросы к правительству? Имела твое правительство! Так, попробуем вопрос поставить иначе. К нашему парламенту вы имели вопросы? Вопросы имели? Имел вопросы! Прекрасно. А скажите, Чмурило, вот этого депутата, замечательного человека, вы хотели бы иметь? Хотел бы иметь депутата! Прекрасно! Передайте вот это заключенному. Имейте его сколько хотите, любезный. Я закончил. К стене! И что, это все будет напечатано? Непременно. Надо будет почитать. А как называться-то будет? Маньяками не рождаются. Интересно, про что же вы напишете? А про все, что узнал. Да? Что же вы узнали? А я, Машенька, очень многое узнал. Во-первых, человек имел семью, имел работу, имел профессию, но имел вопросы к правительству и Государственной Думе. И ни на один вопрос ответа не получил. И в результате не имеет ни семьи, ни работы. А сидит в тюрьме. Что, спрашивается, ему делать? Что? Голосовать за депутата Смелова. С кем он связывает надежды на будущее. А под заголовком напишем: «Даже Чмурило заговорило». Ловко. А, Машенька, вы меня недооцениваете. Работайте со мной, Маша. Что же вы все с этим, со Свинедиктовым, гоняетесь за этими чудесами? Да вот, такие мы с ним, наверное, чудаки.